Доброго дня, драгоценные! Вас приветствует компания Акула Плей. Сегодня у нас на обзоре магнитола бренда Акула Android с памятью 1 гиг оперативной, 16 встроенной, диагональ экрана 7 дюймов. Вот так вот выглядит устройство. Встречает нас яркий, насыщенный IPS-экран второго поколения. Как вы можете видеть, на этом устройстве можно смотреть видео. Видео можно смотреть с флешки, либо на YouTube, либо закачать сюда без проблем. Полностью у нас сенсорная панель, сенсорные кнопочки управления. Как видите, все в один отклик. Вот так вот видео сворачивается. Закрываем его. Что у нас в этой магнитоле есть еще? Есть у нас карты, Google карты или Яндекс навигация. Без проблем. Инструкция у нас есть, как закачать облегченную Яндекс навигацию. Вы все это сделаете. Магнитола поддерживает радио. В ней есть Bluetooth, есть громкая связь. Как вы можете обратить внимание, вот микрофон встроенный. Можно подключить выносной микрофон без проблем. Основное меню значков. Вот так вот все выглядит. Есть у нас здесь Play Market для скачивания необходимых вам приложений. Есть у нас несколько тем на выбор. Выглядят они вот таким вот образом. Их 7 штучек. Можно любую из них выбрать, поставить, установить. Вот так вот все довольно-таки быстро прогружает. На какие марки автомобилей подойдет эта магнитола? На 90% автомобилей она подойдет. Просто самые ходовые. Это вот у нас Lada, Hyundai, Mazda, Kia. Вся суть в переходной рамке, в переходной проводке конкретно под ваш автомобиль. То есть, как видите, ничего не тормозит, ничего не зависает. Есть здесь YouTube, уже установлен для просмотра ваших любимых видеоблогеров или последних новостей. Спросите, есть ли здесь функция CarPlay. Да, ребята, она есть. Phone Link. Какой у нас здесь эквалайзер? Давайте посмотрим. Вот такой вот 16-полосный эквалайзер есть предустановки. А можно вот так вот все, пожалуйста, под себя поднастроить каждую полосу. Давайте посмотрим, что у нас идет в комплекте с этой магнитолой. Многие почему-то думают, когда обращаются, что ведь в комплекте идет. Ребят, к сожалению, я вынужден вас расстроить. В комплекте она не идет. В комплекте идет именно вот такая проводка универсальная, которая идет в комплекте с каждой Android-магнитолой. RCA разъема. Для подключения сабвуфера, усилителя, видеорегистратора к этой магнитоле можно все это подключить. Также можно подключить микрофон для громкой связи. Если у вас в салоне автомобиля монитор, допустим, установлен, также можно подключить эту магнитолу к вашему монитору, чтобы с этой магнитолы была трансляция на монитор в вашем автомобиле. Далее у нас идет вот такая фишечка питания. На ней у нас звук, мультируль, подсветка кнопок вот этих вот боковых. Все это завязано вот здесь. Далее у нас два USB порта. Один у меня уже здесь подключен сзади, а второй вот он для того, чтобы поставить что-то на зарядку. Телефон или вейп, может быть, или флешечку вторую воткнуть, или видеорегистратор. Далее у нас идут два вот таких вот кронштейна для качественной фиксации и установки в вашем автомобиле. И 4 болтика для прочного крепежа. Далее у нас идет тюльпан для камеры заднего вида. Подключать его необходимо всегда, даже если вы не планируете ставить камеру заднего вида, потому что вот эти вот два проводка синенькие, они действуют как Wi-Fi антенна и Bluetooth антенна. Всегда, ребята, его подключайте, неважно, есть у вас камера или нет. Далее у нас идет GPS-датчик для того, чтобы магнитола могла понимать скорость вашего автомобиля и отображать место, где вы находитесь. Прыгайте по ссылкам в описании. По всем вопросам подбора и приобретения ответим вам оперативно в течение 5 минут. Всем пока.